Всем привет! Распаковываем очередную посылочку с AliExpress. Что-то тут тяжеленькое. Так, вижу, что это Bluetooth колонка. Без коробки она идет. Так, с какой-то вкладыш. Шнурочек USB для зарядки. И, как видите, есть липучка. Довольно крепкая. Так, здесь управление. Нужно разобраться. Так, здесь подзарядка. Как видите, здесь есть стоп-пауза, ответ на звонок. Но нужно разобраться еще с ней. Протестирую ее. И так, и досниму. Сначала, наверное, нужно ее подзарядить. Возможно, она просто села. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, он отключится, когда будет полная зарядка. Может, поменяет цвет. Посмотрим. Так, протестируем колонку. Значит, когда она заряжается, красная кнопка выключается. Это значит, она полностью заряжена. Зажимаем кнопку включения. Загорается синим цветом. И вот так мигает, когда, значит, я пробовал на Lenovo A6000. Найти устройство, оно так и не нашло. На Samsung нашло сразу, Samsung J5. Вот так оно определяется, BTS-06. И, как видите, здесь на Lenovo почему-то не хочет, не находит его, несколько раз пробовал. Так, и включим. Вот так она играет. Звук можно уменьшать и здесь, на телефоне, и на колонке. Также на колонке можно переключать. Трек следующий. И долгим нажатием увеличивать громкость. Вот видите, уменьшаем громкость. Меня как летний дождь, улыбаюсь, когда ты навстречу мне идешь. А коротким нажатием переключается трек. Также вот эта кнопка ответа на звонок тоже работает. Пауза. Сейчас мы произведем вызов. Вот, как видите. 3-8-0-9-3-8-0-7-6-1-4. Называет номер, с которого звонит. И вот так можно. Вот. Раз, раз, раз. Просто телефоны рядом. Идет такое эхо. Ну, в общем, кнопка ответа на телефонный звонок тоже работает. То есть колонка абсолютно рабочая. Она водонепроницаемая, на присоске. Вот. И стоит там недорого, $4 там с копейками. Хороший гаджет. Все, спасибо за внимание, всем пока-пока.